Привет, мы на канале Пельта Бразерс, и сегодня у нас пончиковый челлендж. Да, а что же мы будем пробовать? Наверное, пончики, да? Да. Раз пончиковый челлендж. Так, ну смотрите, вот такой пакет у нас есть огромный, вас даже не видно. Видите? Давайте, наверное, достанем все, что там есть. И покажем, наверное, да? Они будут вкусные или да, наверное. Может быть кислые, может соленые, может сладкие. Никто не знает, какие там они. Открываем. Сначала надо показать. Давайте покажем. Открывайте свои коробочки вот так аккуратненько. Вау, какие мне попались красивые. Мне попались. А один раз ухленный. Да? Да. Сейчас посмотрим, а что там у тебя. Смотри, у меня два разрухленных. Давай, Сав, покажем. У меня тоже два разрухленных. Вот какие у Савы пончики классные. Сеня, у тебя какие? У тебя тоже разрухленные. Ого, какие у Сени. Вообще все цветные и красивые. Будем первый пробовать. Вот этот. Шоколадный, наверное, да? А потом вот этот. А потом вот этот. Так, Сеня пробует. Передавай Саве. Сава пробует. Ну что, какая начинка? Давай я попробую. Шоколадная. Шоколадная, да. А у этого пончика нет начинки? Правда? Ну, шоколадный с орехами, да? Да. Да. Так, следующий пончик. Вот это. Так, Сава выбрал такой голубой. Пробуем. Интересно, что за вкус? Вот такого голубого пончика. Вот такой классный пончик. Какая начинка? Шоколадная. Шоколадная. Правильно. Сень, давай следующий выбирай пончик. Твоя очередь. Пробуй и передавай Саве. Какие-то шарики у него, да? Сверху. Вкуснющий, наверное, так Сава пробует. Какой вкус, интересно, у этого пончика? Сладкий или соленый? Да. Сладкий? Да, сладкий. Вот такой пончик с шариками прикольненькими такими, воздушными. Ну, как вкус? Да. А теперь? Не было начинки, да? Не было. Так, Сава, давай, какой следующий ты выбираешь? Розовенький, да? Аж. Давай. Клубничный. Сеня пробует. Клубничный. Точно клубничный? Да. Сейчас узнаем. Сень, тебе прям понравился, да? Давай мне передавай. Нет? Ну, а как я попробую? Так. Вот такой розовенький пончик с поливочкой. Это был малиновый пончик, наверное, да? Так, какой следующий Сава выбирает? Вот этот. Давай, выбирай зелененький. Какая-то посыпочка у него. Пробуй. Зеленый, непонятный, да, вкус, наверное, там. Может, яблоко или киви? Непонятно. Яблоко! Думаешь, яблоко? Подходит под твою майку, да, такой же яркий цвет? Ну что, вам понравился такой зелененький? Да. Такой зелененький с посыпочкой? Угу. Ну да, похоже на яблоко с корицей. Фи-фи. Какой выбираешь? Вот такой голубенький с посыпочкой, да? Покажи его. Кушай. Пробуй. Саве передавай. А там нет начинки. Тоже нет начинки? Как так? Нам не попалась начинка. Только наверху. Ну давай, я посмотрю. А вкус на что напоминает? Не соленый? Нет. Такой разноцветный, уже откусанный, естественно, пончик. Теперь вот это. Тоже так, Сава выбрал с какими-то блестками. Розовый с блестками. Нет. Может быть, он с вишней? Пробуй. Не понравился? Кислый, да? Ой, нам попался кислый пончик. Мы, наверное, его искали, да? Нет, он не кислый. Не кислый? А какой? Не распробовал? Ой, у него крем сверху, смотрите, белый такой. Нет, он не кислый. А что он напоминает? Яблоко. Мне напомнил кефир, как будто с кефиром. Да. Или с йогуртом, который вы пьете, да? Когда засыпаете. Да, с йогуртом. Так, ну что будете пробовать дальше? Вот такой беленький с поливочкой. Сав, смотри, Сеня уже пробует. Так, Саве на очередь.
Ну, а этот с чем? Попалась начинка, нет? Покажи, какая начинка. Не, начинки что-то тоже нету. Чуть-чуть. Чуть-чуть начинки было? Ну, давай, Сав, я оценю вкус пончика. Вот так откусили этот пончик беленький с розовой поливкой. Вот начинка! Где начинка? Белая. Попробуйте. А я запробую. Это был пончик с творогом. Представляете, детский какой-то, да, с творогом? Вкусный. Так, какой следующий, Сав, выбирай. Сав выбирает оранжевый. Так. Интересно, а там есть начинка какая-нибудь? Что? А что напоминает, Сав? Может, с апельсином, раз оранжевый? На что похож вкус? Такой оранжевенький. Оранжевая начинка у него. На что похоже, как вы думаете? На апельсин. А мне показалось, на персик. Персик-то тоже оранжевый, наверное, с персиком, да? Вкусный с персиком пончик. Сень, выбирай следующий. Уже у нас мало осталось, почти все попробовали, да? А это все. Так, пробовай розовенький. Тоже с посыпками разноцветными, да? Передавай Саве. Розовый пончик, наверное, с какой-то розовой ягодой, да? Пробуй, Сава. На что похоже, Сень? На вишню. На вишню? Есть начинка. Давай, я поценю. Такой розовый пончик. И вот такая у него начинка. Точно, наверное, вишня. Это мой. Вишня, вы угадали, правильно, вишня. Так, Сава выбирает. Осталось всего лишь два. Ты какой берешь, Сава, желтенький? Давай, пробуем. А это мой. Интересно, а с чем может быть желтый? Нет, он же желтенький, он не может быть с вишенкой. Он же... Передавай, вот. Сене. Смотри, где белый, вот. Тоже с белым кремом, да? Да, там галочки. На белые. Что похож вкус? На жвачку. На жвачку? Угу. Прикол, у нас на жвачку похож на вкус. На банальную жвачку. Да? Точно, банановая жвачка, офигенный вкус. Ее нужно выплевывать. Нет, это такой крем со вкусом. Так, Сеня выбрал последний наш вкус с шариками, с шоколадными. А потом я... Что же у него внутри? Может, у него секретный ингредиент? Покажи, что там. Сейчас я попробую. Вдруг он с какой-нибудь кислятиной. Ну, с шоколадом. Нам не попалось ни одного плохого пончика. Ура! Всем пока, подписывайтесь на канал и смотрите новые серии. Да, смотрите наши новые серии и ставьте лайки. Пока-пока!